Выборы в законодательное собрание Ульяновской области завершились, стали известны результаты. Успешные, спокойные, результативные – такие определения дали минувшие кампании в региональном избиркоме. На всех участках выборы признаны состоявшимися и легитимными. Из 36 депутатов законодательного собрания 18 избрали по одномандатным округам, еще 18 определены по спискам. В целом в областном парламенте будут заседать давно знакомые многим слуги народа. Политическая партия, Коммунистическая партия Коммуниста России. Водянов Вячеслав Александрович. Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Рябухин Сергей Николаевич. Седов Артур Юрьевич. Гучкин Роман Борисович. Камека Владимир Николаевич. Кузин Владимир Борисович. Чепухин Александр Викторович. Безруков Вячеслав Евгеньевич. Лобунец Олег Игоревич. Келин Юрий Борисович. Шерстнев Сергей Александрович. Панчин Сергей Сергеевич. Еще несколько человек из шестого созыва продолжат работу в парламенте. Это Константин Долгов. За него, кстати, проголосовало более 18 тысяч избирателей. Это второй результат после Малышева. Также Вячеслав Ковель, Вадим Мартынов, Василий Гвоздев и глава фракции ЛДПР Дмитрий Грачев. Из городской думы в парламент перейдут директор парка Прибрежного Юрий Мухин, руководитель боевого братства Николай Лазарев и ночной волк Владимир Парфенов. Корсунский одномандатный избирательный округ номер один. Малышев Валерий Васильевич, выдвинут Всероссийской политической партии «Единая Россия». Вишкаевский одномандатный избирательный округ номер 2. Шайдулин Шамиль Нургалиевич, выдвинут Всероссийской политической партии «Единая Россия». Барышевский одномандатный избирательный округ номер 3. Долгов Константин Николаевич, выдвинут Всероссийской политической партии «Единая Россия». Новоспасский одномандатный избирательный округ номер 4. Шпак Мария Александровна, выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия». Городская дума ядерного города тоже пополнилась кадрами. В Димитровграде к распределению депутатских мандатов допущены партии «Новые люди» КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.